Это угон самолета. Никому не двигаться! У нас оружие и взрывчатка. Без фокусов, иначе умрете. Мы призываем все революционные движения в мире обратить внимание общества на страдания палестинского народа. Добро пожаловать в аэропорт Энтебе, Уганда. На борту 239 заложников. 83 из Израиля. Немцы отделили евреев. Пора действовать. Нельзя вести переговоры с террористами. Хочешь захватить Уганду? Когда все кончится, вернем ее. Эти люди не имеют ничего против вас, но если ваше правительство откажется от переговоров, я буду убивать двоих детей каждые 24 часа. Каждого, кто окажет сопротивление, убью! Если хотите взять под контроль аэропорт, понадобится значительно большие силы. Такая армия не пройдет 4000 километров незамеченной. Мы не можем бездействовать. Зачем ты здесь? Я хочу взорвать бомбу в сознании масс. Что, если придется взрывать настоящую бомбу? Ты готов убивать? Готов к смерти? Официальные лица в Уганде ездят на черных лимузинах. Мы застанем их врасплох. Если операция провалится, последствия для Израиля будут катастрофическими. Мы не остановимся, пока не освободим всех заложников. Начинаем! Самолет и здание заминированы. Узнав об операции, они начнут убивать мужчин, женщин, детей. Они хотят, чтобы мир это видел. Что бы ни случилось, мы поступили правильно.